У нас есть Влад Гончаров. Он у нас сегодня позирует художницам юным. Он ленивый настолько, что не хочет делать ката и согласился попозировать, стоя в цветах. Но он даже позировать не может. Он стоит, шевелится. Замри, мумия! Влад, пока они не закончат, ты отсюда не уходишь, а мы через 10 минут закончим. У нас сегодня тут девочки с художественной школы имени Каратанова. Обратите внимание, как они хорошо рисуют. По всему парку они. И рисуют они сегодня нашего каратиста Влада Гончарова, который замер в мечтах. Глаза открой шире. И на полянке у нас тут каратисты делают ката, пинаны хорошо делают на ролик сегодняшний. Второй пинан ковыряют. Прекрасное утро сегодня в Преображенском парке города Абакана. Еще подтягиваются каратановские художники, которые сейчас будут рисовать. Сколько у нас уже желающих молодых художников нарисовать Влада, который растянулся в лыбе, счастливый, лишь бы не тренироваться, он готов делать все, что угодно. Наталья Владимировна, мне тут Влад, ну стань красивее, что ты позоришь карате? Какая гармония в одном кадре. Прекрасные молодые художники, рисующие каратиста. А на заднем плане санчин выполняют каратисты секции Кёкусинкай города Абакана. Красота. Прекрасное сегодня утро. Всем занимайтесь спортом. Занимайтесь своим любимым делом, гуляйте чаще на свежем воздухе, общайтесь друг с другом и не сидите дома, не будьте тунеядцами. Всем удачи, подписывайтесь на мой канал, палец вверх, комментируйте. Пока-пока!